Добрый день. Сегодня у нас дополнительный мастер-класс. Он у вас в разделах дополнительно мастер-классы. Мастер-класс называется так: три уровня подготовки в любой профессии: ремесленник, мастер и искусник. То есть это применимо к профессии психолог-коуч. Ремесленник может работать только техниками. Например, это портной, который умеет шить только брюки, пиджак уже не умеет. Мастер, он уже может шить дизайнерский пиджак условно. То есть может разные вещи шить дизайнерские. И искусник – это когда мы не зависим от инструмента, как художник, который рисует везде, любым инструментом, мелом, красками и так далее. Сегодня будем рассматривать БЕСТ, методику Евгения Зуева. Дополнительно, кто хочет, можете прочитать две книги. Это наш отечественный телесный терапевт. Книга у него называется «Древо целительства» и «Волшебная сила растяжки». Он специализировался именно на телесной психотерапии. Я тоже хочу прочитать эти книги, особенно «Древо целительства». Запланируйте себе тоже, изучите. Вот. И Зуев говорил о том, что нужно быть целителем от Бога или не быть целителем вообще. Любой целитель кончается, когда у него начинается мания величия. Целитель – вечный ученик Бога. Подумайте об этом, поразмышляйте. Всего у вас 24 слайда. У кого нет времени, изучите слайды-шпаргалки. Плюс и после курса у вас сохраняется доступ к материалам курса навсегда. Изучайте. Я рекомендую все равно возвращаться к шпаргалкам, перечитывать. Этот мастер-класс подготовлен по материалам Дмитрия Атланова в Санкт-Петербурге в институте ИМАТОН. Он проводил 4 дня мастер-классы с 10 до 6 на курсе «Комплексная телесная психотерапия». И я в своей тетрадке делала записи. И по 4 дням я подготовила мастер-классы. У вас в разделе «Мастер-классы» есть «Психолог как шаман» и «Учимся управлять эмоциями». Это мастер-классы по Дмитрию Атланову. И сегодняшний мастер-класс тоже по 2 дням обучения мастер-классам Дмитрия Атланова. Он телесный терапевт, также преподает в Санкт-Петербурге в разных городах. Вот. Во вторую неделю в школе мы изучаем типологию по Юнгу. У вас есть лекция «Типология для психологов. Важно себя типировать. Я экстравертный интуит». То есть телесная терапия мне интересна, но если у вас базово развито ощущение по Юнгу, то да, в телесной терапии вы мастер-искусник, и тогда надо выбирать эту специализацию. Поэтому в курсе школы я дополнительные блоки по телесной психотерапии вела, и есть разные направления, мастер-классы, книги. Кто именно выберет специализацию телесного терапевта, можно дальше расширять, углублять свое знание, понимание. В разделе «Дополнительные материалы по телесной психотерапии» есть книги в электронном формате, изучите. Есть какие-то книги Дмитрия Атланова. У него есть книга «Стоп-анализ», «Системный телесно-ориентированный психоанализ» и другие книги. Список рекомендованной литературы есть. Плюс в разделе «Телесная психотерапия» там есть прямо многие книги в электронном формате. Тоже это изучайте, используйте для себя. Цитата Дмитрия Атланова. «Я не работаю заочно, и я не могу помочь тем, кто ждет чудес без собственных усилий. Как писал Уитмен, ни я, ни кто-то другой не может пройти эту дорогу за вас. Вы должны пройти ее сами».
в BEST, в этой технологии Зуева есть такая терминология, как трудящийся. То есть для нас человек не клиент, перед которым мы услужливо себя ведем. Для нас клиент не объект, не пациент, то есть не объект воздействия. Для нас клиент, заказчик – это трудящийся. Мы находимся в позиции сотрудничества, совместной деятельности. То есть мы не тащим клиента за собой волоком. Условно, клиент тоже трудится, он трудящийся. Вот. И сегодня познакомимся с BEST по методике Зуева. BEST – биоэнергосистемная терапия. Автор этой методики Евгений Зуев – это результативная система, которая помогает реальным клиентам с их реальными запросами. И психологам подходит для профессионального саморазвития. BEST – значит лучший, да? С английского слова «биоэнергосистемная терапия». Зуев работал с 60-х по 90-е года. Тогда не было интернета, были не совсем радостные времена в стране. Он оставил две книги, повторюсь, «Волшебная сила растяжки». Лучше изучить книгу, версию с фото, у кого будет желание и время, и «Древо целительства». Книгу «Древо целительства» тоже хочу изучить. Далее его метод развивал Богданович и другие терапевты, плюс Дмитрий Атланов, тоже прямой ученик Зуева. И в те времена